ЖД-переезд. Смотри в оба. Инспекторы ГИБДД совместно с сотрудниками РЖД провели профилактическую акцию по предотвращению происшествий на ЖД-переездах. Пересечение автомобильной дороги и путей на улице Люлина – один из самых оживленных участков в городе. Оборудован светофорной сигнализацией, устройство заграждения плиты УЗП и оборудован видеофиксацией. При нарушении водителями правил дорожного движения при проезде через данный переезд, значит, фиксируется на видеофиксацию, далее она передается информация работникам ГИБДД для определения решения. При подходе поезда к данному переезду за 1000 метров начинает срабатывать звуковая и световая сигнализации. Затем происходит закрытие шлагбаума. После этого начинают подниматься плиты заграждения. Однако от технических проблем не застрахован никто. И каждый водитель перед ЖД-переездом должен снизить скорость и убедиться в отсутствии приближающегося локомотива. Ни в коем случае нельзя выезжать на пересечении при показании запрещающей светофорной сигнализации. Вот мы вам вручаем памяточку, в которой показано, к чему приводят данные виды нарушений. Просим вас соблюдать правила дорожного движения и вручаем вам памятный сувенир, пакетик и ручечку там от компании. Соблюдайте ПДД. Спасибо. ЖД-переездом посвящен пункт 15 ПДД. На красный движение запрещено, поезд нужно пропускать, закрытые шлагбаумы объезжать нельзя. А вот негласное «успею проскочить» тут работает до раза. Также стоит отметить, что за несоблюдение данных пунктов правил у нас предусмотрена административная ответственность по статье 12.10, часть 1-3, за которую предусмотрен штраф от 1000 рублей, также предусмотрено лишение права управления на срок от 3 до 6 месяцев. На сегодня в Иванове эксплуатируется 24 ЖД-переезда. В этом году происшествий на них не зафиксировано. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.